Интересно, что скажет источник о тебе, Дрелок. Мои руки чисты, Тиракла. Ты же и твои приспешники ответите за все свои преступления. Наша вина лишь в том, что мы отдали все, чтобы спасти мир. Пока мы бились за Иллидана, вы держали в этой тюрьме злодеев. А затем заключили в нее и нас. Защищаем жизнь. Это всегда риск. И часто большая жертва. Мне о жертве? Я пожертвовал телом и душой. Мой народ отверг меня. И все ради вечных страданий от рук моих сестер. Я служу своему народу, своей богине. Я не требую за это славы или богатства. А ты можешь похвастаться тем же, порабощенный скверный предатель? И я служу своему народу, изгнанным и отверженным. Я уничтожу всех стражей, а затем, как приятно вернуться в бой! Мои клинки жаждут крови! Я сведу вас! Ярость, ненависть и злоба придадут мне сил. Мне нужно больше силы. Мне не хватило сил. Примите мою благодарность. Вы спасли мою жизнь. Если вы пойдете дальше, готовьтесь встретить еще более жутких монстров. Дверью номер. Я
посмотрим, что за дверью номер. Ваши души теперь мои.
как предсказуемо. Я знала, что вы придете. Я уже получила то, зачем пришла. Но осталось, чтобы покончить с вами раз и навсегда. И вы угодили в мою ловушку. Посмотрим, на что вы способны в темноте. Будь по-вашему, я убью вас всех. Ночных эльфов с детства приучил к темноте. Вам меня не остановить! Я слишком много сражалась и страдала! Победа будет со мной! Легион сделал меня сильнее. Сейчас я вам покажу. Yeah.